Друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл, я руководитель компании МБЛ. Сегодня приехал на склад. У нас 10 января 2022 года. И у нас отгрузка на Австралию, город Сидней. Я вам покажу сейчас 20-футовый контейнер морской. Ребята уже наши подъехали вот на таких вот бусиках. Они постоянно вокруг Фушаня 200 километров катаются, проверяют качество изделий и свозят все к нам на склад. Пойдем посмотрим. Вот длинномер приехал. И вот можете обратить внимание, обычно 40-футовый контейнер полностью занимает всю платформу. А это 20-футовый контейнер. Он в два раза меньше. Вот эта часть свободная. Вот она, 20-ка маленькая. Так, всем привет. Уже укладывается у нас здесь товар. Здрасте, господин Лай, Игорь. Видите, товар здесь и приезжает, и отгружается. Вот здесь вот деревянные обрешетки, уже наша продукция. Что у нас там, Игорь, сегодня? В Австралию? В Австралию загрузим. Давай посмотрим, что вы сегодня загружаете здесь. Значит, все освещение для дома, мягкая мебель. Ну, здесь кресла, пуфики, столики, аляминоти, торшеры, сантехника, пару кроватей, сантехнические умывальники, зеркало. Вау, здесь много чего. Краны, душ, унитазы. Ну, вся сантехника полностью в круг здесь. Умывальники большие из кориана. Такой достаточно большой дом. Метров 150-200. Вот в Австралию отгружается. Можете обратить внимание, товар от 1000 на 70 долларов и помещается в 20-футовый контейнер. Здесь где-то 150-200 метров дом небольшой, но без кухни, я так понимаю. Деревянные обрешетки, это все поместится. И вот от нашего склада в Фушане до Сиднея, Австралия, аренда контейнера составляет на сегодняшний день 10 тысяч долларов. Вот грубо я вам так скажу, чтобы вы ориентировались. И грузы здесь на 70 тысяч. Ну и плюс какие-то будут расходы при оформлении у клиента. Ну я думаю, что вот, например, в Австралию, ну на процентов 20 где-то в среднем удорожание будет с доставкой. Поэтому это крайне выгодно даже 20-футовым контейнером поставлять в Австралию. Хочу обратить ваше внимание, у нас все время производится видеофиксация. Ребята все фотографируют. Представитель транспортной компании тоже, кто отгружает на Австралию, присутствует при загрузке. У нас отдельная русские логисты и китайские логисты. То есть у нас полная фиксация, все сохраняется у нас на сервере и хранится долгие годы. Даже в случае, если вы что-то не найдете в коробках, мы вам можем показать это на фотографиях и на видео, как мы это все укомплектовывали, потому что есть везде бирочки, везде есть маркировочки, даже с фотографиями. И ставится пломба, и эту пломбу уже снимает сам клиент. Поэтому полностью все будет безопасно доставлено до вашего города и дома. Вот ребята молодцы, все четко укладывают в контейнер, очень доволен своей командой логистической. Все классно упаковано, и обратная связь от клиентов тому подтверждает. А я поеду сейчас в офис. У нас еще будут отгрузки в этом месяце. Еще будет Москва и другие страны. Я все вам покажу в следующих роликах. Желаю вам хорошего дня и отличного настроения. До свидания.